Дорогие друзья, приветствую вас, это ICOS MC PO, и сегодня мы с вами поговорим об очередном проекте под названием Flux Games. Мы находимся на сайте Flux.fund, это сайт по сбору средств. Как мы видим, у вас еще сутки для того, чтобы с бонусом 10% приобрести данный токен. И результат очень хороший, у них продажи идут всего лишь 17 апреля, но они уже собрали почти 3 миллиона долларов при софткапе в 1,5 и хардкапе в 20. Ну что, давайте с вами попытаемся понять, о чем идет речь. Как вы видите на сайте, уже сказано, что это будет игровая экосистема. Жанр и индустрия компьютерных, мобильных и платформенных игр, безусловно, сейчас очень крута, популярна, денежна и так далее. Поэтому, конечно же, нужно внедрять блокчейн туда, и мы попытаемся понять, что хотят сделать создатели и основатели проекта. В основе технологий платформы будут лежать два превалирующих компонента. Это предоставление полноценного инструментария для автоматизированного взаимодействия с разработчиками платформенных и мобильных игр и... возможная благодаря технологии блокчейн система автоматического создания смарт-контрактов, которые одновременно будут соответствовать стандартам системы и в то же время являться уникальными для каждого пользователя и участника экосистемы Flux. Смотрите, очень хорошие оценки у этого проекта на разных ресурсах. Вот, например, на ICO Bench 4.2 от 26 экспертов. Это супер круто и прикольно. Платформа уже есть, она уже работает. Ну, это ее тестовая версия, вы можете на самом деле зарегистрироваться, Flux Play, Flux Mobile, новостная лента и так далее. Попробовать и понять, что и как, почему и каковы принципы работы. Плюс ко всему заработать, показав свои, так сказать, скиллы, умения и возможности. Ну, а мы с вами все же вернемся на сайт платформы, и я вам попытаюсь объяснить, в чем вообще интерес и, собственно, для всех. С помощью объединения двух разработок, о которых я сказал, основатели Flux создадут уникальный и неповторимый протокол, который позволит монетизировать огромное количество продуктов и вещей, имеющих отношение к игровой индустрии. Благодаря системе Masternode, вот как мы видим, вся экосистема будет прозрачной и проверяемой, а также будет позволять всем пользователям являться частью эволюции, оставлять след в разработке и дальнейшем развитии. Flux станет совершенно уникальной первой децентрализованной цифровой игровой экосистемы, где будет все осуществляться, абсолютно все управляться, именно благодаря взаимодействию между игроками, разработчиками, инвесторами и всем сообществом в целом. Игроки будут иметь возможность делать ставки и играть друг против друга, в то время как разработчики получат часть комиссионной платы платформу за каждую из данных ставок. Смогут зарабатывать и другими путями, например, стримеры, да, стримеры будут получать вознаграждение за привлечение новых пользователей на платформу в токенах Flux. Токены Flux будут стандарты ERC-20, блокчейн и эфириум. Которые также, кстати, эти токены могут быть заработаны за игровые успехи, победы в тотализаторах, активное соцучастие в платформе и действия такие как шеринг, лайки, ну или создание какого-то Flux-контента, обзоры, комментарии, сами игры и прочее. А на платформе будет реализована система краудфандинга, то есть разработчики игр через сообщество смогут афишировать и анонсировать свои идеи, концепты будущих игр и находить себе инвесторов, которые смогут помочь притворить действительно все эти идеи в жизнь. Плюс будет магазин и торговая площадка с нулевыми комиссиями, на которой вы сможете обмениваться разнообразнейшими всякими фишками из игр, всякими предметами, артефактами, пауэрапами и прочим, скинами. Ну, в общем, любой игровой артефакт или бонус, полученный вами в игре, сможет быть монетизирован. А создатели и разработчики игр будут иметь возможность самостоятельно выгружать и публиковать свои игры в Marketplace. Этот процесс будет полностью автоматизирован. В общем, я вам советую, если даже вы не геймер, все равно присмотреться к этому проекту. Потому что команда у проекта очень сильная. Документы почитайте, white paper, все юридические фишечки и нюансы, one pager. Дорожная карта, смотрим проекта, да, вот апрель у нас с вами на дворе, уже много чего сделано, с лета 16 года они имеют данный концепт, в мае 17 архитектуру продакшн-версии они сделали, начало разработки мобильного контента, релиз MVP был, Flux во втором квартале появится на биржах и так далее и тому подобное, то есть в третьем квартале уже будет релиз маркет-разработчика, торговой площадки и мобильной версии.
В общем, ну, к 2020 году они, я думаю, полностью развернутся, как и планируют. Команда у проекта сильная, перспективная. Каждого вы можете на LinkedIn почитать. Ну и, соответственно, на сайте почитать, кто, что, как и почему. Повторюсь, оценка прекрасная, 4.2. Токен сейл в самом разгаре. Уверен, что с бонусом 10% такую монету отхватить. Это просто супер. Следите за проектом, инвестируйте. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч.